Ульяновские полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия. Нарушителей оказалось четверо. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД России по Ульяновской области и УФСБ России по Ульяновской области получена информация о незаконном хранении жителями областного центра оружия на территории Ленинского района города Ульяновска. После обысков мужчин изъяли одноствольное и двуствольное охотничье оружие, травматический пистолет, 2 единицы самодельного огнестрельного оружия, а также патроны и кастет. Все найденное изъято и направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения соответствующих экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Напомним, максимальное наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусматривается в виде 8 лет лишения свободы.